Всем привет! С вами за студией Черепашки-рисовашки и педагог Марина. И сегодня мы будем рисовать вот такого сказочного персонажа. Посмотрите, зимняя картинка «Снежная королева». Если вам нравится, присоединяйтесь. Сразу скажу, что видео в платной серии. Всю информацию вы можете узнать под видео. А пока для начала я расскажу и покажу, как мы будем работать. У нас монохромная композиция. Мы будем работать одним цветом и тоном, белым и синим. Разные оттенки. Я здесь добавила еще из этой же серии фиолетовый. И два вида синего у меня есть. Присоединяйтесь. И нам сегодня еще понадобится вот такая вот плоская кисточка, потому что ей удобно рисовать вот эти вот все узоры. И для начала мы наметим композицию. У нас вот такой вот овал, да? Шея нашей королевы, вот плечи и вот сюда вот платье, наше платье. Далее у нас вот сюда она махает рукавом, вот такой вот силуэт, и вниз сюда еще один рукав. Наверху у нас головной убор вот такой вот формы. Вот так поуже сделаем. И наверх вот такую шапку, да. Здесь вырез горловины и воротник. Вот, да. И еще вот такой круг мы сзади нарисуем. Это тоже еще один ее воротник. И начнем мы с головного убора. Мы сейчас сделаем светло-голубой цвет и вот начнем закрашивать шапочку нашу. Будем работать то светлым, то темным оттенком. Так, вот, да, чуть-чуть потемнее сделаем воротник. И сейчас покажу слегка, как мы будем вот рисовать. То есть мы берем плоскую кисточку, белым цветом заливаем вот так вот всю поверхность нашего платья, а потом тонкой, тоже плоской кистью будем сейчас впускать сначала голубоватые вот такие вот узоры. А потом темно-синим. И вот так будем проходиться по рукавам, по фону. В такой же манере будет рисоваться сзади замок. Все это вы можете увидеть в видео, которое за символическую цену 100 рублей вы можете приобрести. Вся информация под видео. Я вас жду, приглашаю. Пока-пока. Покажу еще раз картинку, которая у нас должна в конце получиться. Мне кажется, очень красиво получилось. Я с вами прощаюсь. Жду вас на канале. Пока!